Поддерживает здоровую массу тела, регулирует аппетит, увеличивает метаболизм. И это все не медицинские препараты или витамины, а вода, чистая вода. Здравствуйте, в эфире программа «Производим на Дону». Сегодня мы в Матвеево-Курганском районе на производстве компании «Чистая вода». Без преувеличения можно сказать, что каждый третий стакан чистой воды в Ростовской области – это продукция предприятия из Матвеева-Кургана. Больше 15 лет здесь производят экологически чистую питьевую воду, которую добывают из артезианской скважины. Вода в таких подземных колодцах считается самой полезной и абсолютно безопасной для употребления. Мы имеем технологию, которая, ну, лучше в мире ничего не придумали, так скажем. То есть это технология доочистки воды и розы в ее потребительскую тару. Из скважины вода попадает в водонакопители. Таких на предприятии 11, а объем каждого 8 тысяч литров. Пройдя сложный процесс обработки, вода разливается на автоматической линии. Людской труд на производстве минимизирован. Автоматика контролирует качество воды и обработку тары. Каждый час происходит отбор воды со скважины и уже обработанной продукции. Пробы отправляются в лабораторию, которая находится здесь же, на производстве. Подготовленная вода из артезианской скважины отбирается на анализы в лабораторию, где она производится ее анализы по 11 показателям. Это органолептика, физико-химические показатели, на соответствие нашим техническим условиям и санитарным нормам и правилам для воды расфасованной емкости. Системы доочистки, они в основном уменьшают солесодержание добываемой воды, поскольку в Ростовской области вода с повышенным солесодержанием, мы убираем излишнюю, оставляем ту норму, которая является физиологической нормой для потребления организмом человека. Сейчас мы будем титровать воду, проводить процесс титрования и проверять жесткость содержания воды. Здесь мы добавили в нашу исследуемую воду аммиачно-буферный раствор и индикатор эрихром черный. Сейчас мы будем проводить титрование. В процессе титрования цвет будет меняться, и мы будем считывать показатель по бюретке. На каждую партию готовой продукции выписывается удостоверение качества и безопасности. На предприятии разливают три наименования воды – элитная, особая и акварос структурированная. Различаются они прежде всего по вкусу. Вода элитная – визитная карточка компании. По составу и качеству не уступает воде из горных источников. Мы научились делать вкус воды. И вот у нас три наименования воды – это три разных. Структурированная вода – она вне конкуренции, потому что само слово «структурированное» говорит о том, что это природная вода со структурой природной воды. Продукция относится к уникальным именно потому, что, во-первых, находится, она на самом деле экологически чисто находится в 80 километрах от непосредственно города-мегаполиса крупного. Во-вторых, она сочетает в себе два компонента. Это и равнинная вода, но по физико-химическим показателям, по критериям относится к горной воде. Очищают артезианскую воду специальными фильтрами и ультрафиолетовыми лучами, без применения химических реагентов, минерализаторов и консервантов. За высокое качество продукции компании «Чистая вода» второй раз получает знак «Сделано на Дону». Очень почетно. Это и как подарок, потому что компания будет 20 лет на следующий год. Ну, приятно, очень приятно, потому что проверяли нас серьезно. Вот, не один раз к нам приезжали. Ну, получили, будем держать марку потребителей. Когда видят, что у нас есть знак качества, сделано на Дону, конечно, они будут выбирать нашу продукцию. Как признаются сотрудники компании, получение знака качества «Сделано на Дону» для них не только почетно, но и закономерно. Ведь с самого первого дня работы на предприятии придерживались высоких стандартов. 20 лет мы производим воду. И поскольку эту воду покупают наши потребители, то есть они голосуют рублем за качество нашей продукции, мы считаем, что получение этого знака «Сделано на Дону» – это как бы, ну, подтверждение того качества, к которому мы стремимся. И самое приятное для нас – то, что в водном бизнесе вот сертификация «Сделано на Дону». Сертифицировано всего две компании. Одна из них наша. Всего знак качества «Сделано на Дону» получили 44 донские компании. Еще порядка сотни предприятий вошли в перечень перспективных. Работа нацелена на обеспечение качества высококонкурентной
продукции. В силу того, что на каждом предприятии внедрена и система КАСК, и, конечно же, мы надеемся на то, что все-таки знак системы «Сделано на Дону» уже пользуется высоким спросом среди наших потребителей и лишний раз, в очередной раз доказывает, повторюсь, качество выпускаемой продукции, знакомой нашим жителям. Больших складских помещений на этом производстве нет, продукцию здесь не хранят. Сразу после розлива и упаковки она отправляется в Ростов на центральный склад, а уже оттуда, возможно, именно в ваш офис или домой. А мы отправляемся на очередное производство на Дону.